Санкт-Петербурге арестован водитель, в машине которого найдено более 40 килограммов гашиша. Наркотик был расфасован по нескольким сотням брикетов. Подробности спецоперации рассказали в МВД России. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» был задержан 34-летний мужчина. В специально оборудованном тайнике его автомобиля находилось 412 брикетов с веществом коричневого цвета, массой свыше 40 килограммов. Следственным управлением МВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.